Экстраординарный, уникальный, ультимативный. Только с такими характеристиками ассоциируется для многих название Triumph Rocket. И нет оснований, что они изменятся в ближайшее время. Привет, меня зовут Александр. И теперь компания Triumph выпускает полноценное семейство Rocket 3, в которое входит две модели, каждая из которых уникальна в своем роде. Rocket 3R – ультимативный мускулбайк. Самый большой серийный родстер, который способен шокировать не только своими размерами, но и брутальной мощностью своего огромного двигателя, а также точной управляемостью, полным контролем и комфортом. Rocket 3 GT. Эта модель тоже отличается фантастическими характеристиками, но в ней имеются свои отличительные особенности. Комфортная, выверенная до мелочей эргономика большого туристического круизера с должным уровнем комфорта и универсальности. Вы можете выбрать мотоцикл в зависимости от своих эксплуатационных и стилистических предпочтений. Новый Rocket 3 оснащен 2500 кубовым трехцилиндровым рядным двигателем, самым крупнокубатурным серийным мотоциклетным силовым агрегатом, который выдает на 11% больше мощности по сравнению с мотором прошлого поколения. Величина максимального крутящего момента составляет колоссальные 221 ньютон-метр при 4000 оборотах в минуту. А пиковое значение мощности равно 167 лошадиным силам при 6000 оборотах в минуту. Сочетая в себе энерговооруженный силовой агрегат, современное технологичное шасси, исчерпывающий набор электронных бортовых систем и выразительный дизайн, Rocket 3 нового поколения задают новый стандарт класса. Инженеры компании провели большую работу, чтобы добиться таких высоких показателей. Компактная моторная схема, 3 цилиндра в ряд, остались прежней. Для снижения веса и уменьшения вибраций мотор получил новые балансирные валы, новую систему смазки с сухим картером и отдельным маслобаком. В общей сложности удалось добиться уменьшения массы силового агрегата на 18 кг. Брутальное сплетение трех стальных выпускных патрубков, которые виртуозно уложены с правой стороны двигателя, изюминка новых Rocket 3R и Rocket 3 GT. Они идеально спроектированы для быстрого отвода выхлопных газов и при этом являются ключевой частью дизайна новых Rocket 3. Выпускная система не только классно выглядит, но и отменно звучит. При разгоне вы оцените брутальный звук крупнокубатурного британского трипла. Коробка передач и узел сцепления были доработаны для достижения высокого уровня ездового комфорта за рулем. У новых моделей гидравлическое сцепление центробежного типа, которое позволяет переключать передачи легко и быстро, без опаски заблокировать заднее колесо. Новое шестиступенчатое КПП отличается точной работой и идеально подобранными передаточными отношениями, чтобы реализовать высокий потенциал мотоцикла в полной мере. Как и все модели Triumph, новые Rocket 3 получили единую цифровую шину данных, позволяющую использовать все электронные бортовые системы в единой связке. Новые Rocket 3 отличаются также расширенным межсервисным интервалом в 16 тысяч километров. Передовые технические решения, современные технологии и топовые компоненты различных узлов позволили конструкторам уменьшить вес более чем на 40 кг по сравнению с прошлой моделью. Шасси новых Rocket 3 украшают первоклассные узлы Showa. Сзади это моноамортизатор рюкзачного типа с полным спектром регулировок, а спереди 47-мм телескопическая вилка перевернутого типа, тоже с регулировками. Именно поэтому вы будете уверены в мотоцикле на любых скоростях. Обе модели первоклассно чувствуют себя как в мегаполисе, так и на загородных направлениях. Имеют отличную динамику замедления благодаря первоклассным тормозным системам Brembo. Переднее колесо украшают два плавающих тормозных диска с четырехпоршневыми суппортами Brembo с системой ABS. Яркие внешние данные – другая сильная сторона новых Rocket 3. Ажурный остов мощной алюминиевой рамы с компактным подрамником формирует подтянутый силуэт мотоцикла. Он привлекает своей монументальностью, а фирменные конструктивные ноу-хау формируют уникальный стиль. Образ двойной круглой головной фары на светодиодных элементах не спутаешь ни с чем. Это тот самый Rocket 3, но только современный и высокотехнологичный. У модели Rocket 3R черные спицеобразные алюминиевые колесные диски, тогда как у Rocket 3 GT у этих колес имеется машинная обработка крупных пар спиц с полоской по всей окружности обода. В паре с разработанными специально для этой модели шинами Avon Cobra Chrome вы получаете отличное сцепление с дорожным покрытием и износостойкость. Легкость силуэта, безусловно, определяет оригинальная конструкция задней подвески,
с консольным алюминиевым маятником и узлом моноамортизатора. Узел задней подвески красиво прикрыт облицовкой под широким и эргономичным водительским сиденьем, у которого имеются различия между моделями. У Rocket 3 GT высота по седлу 750 мм для круизерной посадки за рулем, а пассажирское сиденье оснащено небольшой спинкой с регулировкой по высоте на изящном алюминиевом кронштейне. У Rocket 3 R высота 773 мм, а у пассажира спинка отсутствует. Обе модели могут оснащаться механизмом быстрой трансформации в одноместную версию. Для максимального комфорта за рулем каждый Rocket 3 получил удобную конструкцию регулировки положения водительских подножек по высоте у Rocket 3 R и горизонтальному расположению у Rocket 3 GT. Также имеются скрытые складные пассажирские подножки. Модели комплектуются рулями разной формы. У Rocket 3 R руль классический, родстерский, тогда как у Rocket 3 GT руль более широкий и загнутый для большего комфорта при длительных поездках. Новые Rocket 3 отличаются премиальным исполнением узлов и компонентов, даже самых мелких и незаметных на первый взгляд. Рельефные логотипы марки Triumph на бензобаке, алюминиевые панели облицовки и отделка хромом множества узлов, крышка бензобака в стиле Monza, двухцветная раскраска переднего крыла. Модели будут доступны в следующих цветовых темах. Rocket 3 R в красном или черном металлике, Rocket 3 GT в двухцветном сером с красными акцентами или черном металлике. Для моделей доступно свыше 50 уникальных аксессуаров, которые позволят владельцам внести в стайлинг мотоцикла индивидуальные черты и сделать их не только практичнее, но и уникальнее. Среди них новые фирменные системы для перевоза багажа и улучшение комфорта в продолжительных поездках, а также специальный готовый набор фирменных аксессуаров Highway, демонстрирующий расширенный спектр возможностей во время путешествий, который грамотно сочетает в себе туристическое и багажное оборудование.